Всем привет! И я хочу еще добавить ароматы в свой проект. Количество ароматов, которые у меня остались, ничтожно мало, поэтому я посчитала, что нужно добавить еще. Я решила добавить вот такой вот аромат. Сюда перелит у меня аметист фаталь. Я люблю с аметист фаталем от Oriflame делать вот такие вот дела. А именно я беру кусачки, оттрясаю вот эту распылитель и переливаю. В общем, таким способом я его использую. Я решила внести в проект все мужские сетевые парфюмы. Один из них, данный X-Series, я вообще его считаю чисто женским, не знаю, как его можно было мужские, под мужским именем продавать. Он такой нежный, легкий, ласковый. Не понимаю, почему так. Следующий аромат — это S8, некогда популярный аромат. Да, решила все-таки его тоже израсходовать. Кстати, все мужские ароматы я сейчас буду использовать для дома. Я не буду их больше использовать в качестве своего дневного аромата, то есть это будут вечерние, после душа, ночью, когда мне нужно будет освежить себя, захочется. В общем, сейчас я их буду активно использовать и прям много возьму в косметичку, чтобы не показывать слишком большие результаты и много пустых баночек, а просто разнообразить свое использование. Буду также использовать Today, очень мне нравится. Просто шикарный такой аромат, тягучий, классный. Я с удовольствием его закончу. Я уже жду не дождусь, когда я начну им использовать. Когда я начну его использовать. Аромат Excite от Димы Билана. Ох, это далеко не первый мой флакон. И именно для себя я его использую. Шикарный аромат. Мне так нравится он. Я, наверное, сейчас прям его и добавлю в косметичку. Мне нравится этот флакон с рябью. Конечно, с Димой Биланом он у меня не ассоциируется, но вау. Такой же аромат у меня есть уже в использовании в моей коробочке волшебной. Беру с удовольствием другой, буду тоже его доиспользовать. Все-таки выведу все каталожные ароматы, все вывести решила. Ну, по мере возможности, новенькие, конечно, оставлю, но больше не буду. Потому что они... Это самый такой большой пункт захламления. Это каталожная косметика, ароматы, я не могу там остановиться. Уже есть у меня такой пустышечка, Soul ароматик. Еще один в запасах вот нашелся. Я, возможно, не все запасы нашла, кстати. Но так как у меня ароматов мало, и я всеми женскими пользуюсь также вечером, лучше я все-таки буду налегать на мужские, и тем самым я убью двух зайцев, и больше у меня парфюмерии истратится. И снова две пирамидки, да-да-да, снова они идут в бой. Сложно было в прошлом году, в этом году тоже, думаю, сложно, я от них немножечко подустала. Но, опять же, я не против, чтобы они были, пусть они будут. Возможно, сейчас я от них подустала, а через неделю я скажу, вау, достаю их снова. Такой ароматик Де Марко. Все мужские ароматы у меня немножечко отпит. Это все-таки ароматы под настроение, на распаренную кожу. Так что вечером после душа отлично у меня все эти ароматы пойдут. Буду наслаждаться. Буду лосьоны наносить. Я часто наношу на распаренную кожу, на кожу, которая уже напитана лосьоном. Тогда мужских нот каких-то я не чувствую. Если нанести это на сухую кожу, даже вот руки помыть и нанести, это будет один аромат. А вот если просто нанести на запястье, ну, это уже с мужскими такими нотками. Поэтому я использую парфюмерию как-то так. Не знаю, вот что у меня такой за фетиш. Я, кстати, себе сказала уже... Сама себе, что перестань покупать мужские ароматы, да. Нужно это прекращать делать. Так не годится.
нужно от этой привычки дурацкой избавляться и мужские ароматы покупать только для мужчин, а не для себя. А нет, я все время какие-то пробники нюхаю, покупаю все для себя. Все, выводим. Один из самых сложных парфюмов, который мне жалко выводить, премьер Люксуд. Шикарный, я его в любое время дня и ночи могу носить. Это тот аромат, который не обязательно на распаренную кожу. Он такой шикарный, он, мне кажется, унисекс. Чистейший, классный аромат. Да, буду использовать. Аромат Манфу покупался ради этого шикарного флакона. Мне так нравится, это так приятно выглядит. Но будем расставаться. Аромат, который у меня даже в дубле, и, по-моему, не в одном даже был, Вояжер. Так же, как и Фламбоянт, тоже такой аромат, который мне нравится. Сложно с ними мне будет расставаться, потому что это мои любимые ароматы. Power Mask, классный аромат. Практически новое, два раза воспользовалась и стоит. Кристиан Лакруа Нут. Ой, тоже отрываю, прям не знаю как. Женских у меня уже давно нет. Все дубли израсходованы. Так что с этим ароматом тоже нужно уже расставаться. И еще вишенка на торте, это Hervé Leger. Тоже женских уже давным-давно у меня нет. Такая интригующая водичка, классная. Ой, как же жалко. Мне с женскими некоторыми не так жалко, как с некоторыми мужскими расставаться. Но нужно. Я здраво подошла к своей коллекции. Я вот все-таки хочу там и вам отснять, показать. Но все-таки давайте, да, работать над этим. Это я уже сама себе, наверное, говорю, успокаиваю. Но вы как будто мои подружки по ту сторону экрана. Мне так приятно, что вы меня слушаете. В общем-то, вот это все я тоже добавляю в свой проект, потому что, ну, действительно, у меня корзина наполнена, я ей пользуюсь, а только январь, а у меня так мало продуктов, ну, не считая миниатюрки, не считая вот эти вот бутылочки, у меня достаточно мало ароматов в полноразмерных версиях. И действительно, я заметила, что я, конечно, стараюсь вот этим ароматом пользоваться вечерами, там, когда я дома, тоже стараюсь вот этот вот наносить. Но если у меня есть мужские, тем более есть мужские, которые обязательно после душа, есть мужские, которые можно в течение дня, то нужно их выводить, потому что это только мои ароматы, их никто не любит, ими никто пользоваться не будет, кроме меня, либо их куда-то пристраивать. Пристраивать мне, если честно, не хочется, потому что я их люблю. Поэтому остается лишь одно – выводить их из коллекции. Если я еще найду ароматы мужские, именно Avon Oriflame, свеженькие, подчеркну это слово, то я обязательно их добавлю тоже в проект и буду ими пользоваться. А сейчас я оставляю Диму Билана, будем его так называть, Кристиану Лакруа, Hervé Leger своей косметичке и Today. Да, вот эти вот ароматы и премьер люкс, да, тоже оставлю в ароматах на неделю. О, господи, вообще, как все сложно у меня, и как зачем я столько много беру. Ну, пусть будет все, буду всем пользоваться, все на себя выливать. И действительно, я все это на себя использую. И использую я много и часто, и... Ой. Не выдержала, подухарилась. В общем-то, я как и с глазами, и с лицом, также с ароматами, я не понимаю слова «стоп». Да, конечно, когда нужно поменьше краситься или там поменьше духариться, я духарюсь. Но частенько, выходя из какого-то помещения, где нужно было держать себя в руках, я выхожу и начинаю рисовать быстро губы за контуром далеко, яркую помаду туда, достаю ароматы, пшикаюсь ими со всех сторон, как только могу. И я
Могу еще облако вокруг себя сделать. Я даже в лифте иногда захожу и духарюсь. И, кстати, вот ароматы я часто с собой беру. Я думала, что вот эти вот всякие мои миниатюрочки и все тому подобное уйдет. Но пока что, наверное, не лето. Я ношу более большие сумки. И я беру большие ароматы с собой. В общем, духарюсь как могу. Еще, если кто смотрит мой инстаграм, там у меня еще отдельная есть коллекция, которая вне проекта живет в другом месте. И там тоже она заканчивается. В общем, будем бороться за пустые полочки, за нормальное количество ароматов и за нормальное потребление, потому что так дело не годится. Слишком много у меня вещей. Живу не я, а живут вещи. Нужно от этого избавляться, нужно брать себя в руки и заниматься этим. Всем спасибо за просмотр, всем пока!